Собираться в Одинцово на ноябрьский турнир стало у столичных и подмосковных гимнасток уже доброй традицией. К проведению этого спортивного праздника городская администрация готовится весьма серьезно, стараясь обеспечить максимально комфортные условия для его участниц. Мне очень приятно, что у нас сегодня в городе есть такая возможность проводить соревнования, что к нам приезжают ребята, В нынешнем году на открытый чемпионат городского поселения Одинцово по художественной гимнастике приехало более 100 спортсменок. Причем не только из Москвы и Московской области, но даже из Нижегородской Выксы. Самым младшим участницам едва исполнилось 5 лет. Для них турнир в Одинцово вполне может стать началом большой дороги на спортивный Олимп. Турнир мы проводим во второй раз, и я надеюсь, что в ноябре, ну именно в ноябре второй раз, я надеюсь, что он у нас будет ежегодно в ноябре проводиться в рамках открытого первенства города Одинцово. Призы все предоставляла администрация города, то есть призы хорошие, дети будут довольны. Соревнования проводились без малого в десятке возрастных категорий. И почти во всех призовые места доставались хозяйкам турнира, спортсменкам из нашего города. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».